3,5 километра улицы Минской отремонтируют в этом году. Это одна из наиболее загруженных и крупных магистралей города. И до недавнего времени она была одной из самых разбитых. По Минску ездит много тяжеловесного транспорта. А потому ремонт было решено выполнить с применением более практичной технологии. От улицы 8 Минеевской до улицы Якова Горелина на дорогу положили 2 слоя асфальтобетонного покрытия. Нижний слой – это пористый щебеночный асфальтобетон, крупнозернистый. А верхний слой предусмотрен на гранитном щебне тип B1, то есть с увеличенной прочностью. Подрядчик гарантирует, что такой асфальт простоит 5 лет. Позднее нанесут разметку, оборудуют пешеходные переходы. Видоизменились и остановки. Раньше они стояли на дороге, теперь около каждой есть просторный заездной карман. Работаем над тем, чтобы там, где улицы проходят, по улицам, которым проходит транзитный транспорт, они были в первую очередь ремонтированы. Мы этой работой занимались, начиная с 2010 года. Сделали Зубковский двор, улица Тимирязева, Якова Горелина. И вот сейчас продолжение выполненной работы по улице Минской и 8 Минеевской. Стоимость работ на улице Минской – 40 миллионов рублей. 15 миллионов из них – средства дорожного фонда. Впрочем, если гарантия подрядчика подтвердится и дорога прослужит около 5 лет, то эти средства будут оправданы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.